Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас в работе блок управления Mazda Xedas 9. Это 2001 год. Не работает одна форсунка. Блоки такие найти уже нереально. Так что мы будем его ремонтировать. Хотя и микросхемы найти такие тоже нереально, скорее всего. Но что-нибудь будем придумывать. Давайте откроем его. Все, блок мы раскрутили, плату вытащили. Мотор на этой Мазде 2,5 литра, 6 цилиндров. И вот эти вот три микросхемы отвечают как раз за все 6 цилиндров. То есть по два ключа здесь стоит у них, по два транзистора. И один из транзисторов вот на этой микросхеме сгорел. Вместо него мы поставили вот такой вот транзистор, прикрутили к радиатору, взяли с ножки сигнал, вот он идет, масса и выход уже на форсунку. Здесь только единственное, что отрезали ножку, чтобы она там не замыкала на эту микросхему. Микросхемы вот стоят, первая ножка здесь. Вот, и у нас получается 14-я это управление, 2-я это масса, и они соединены воедино, 15-я, 16-я. То есть вот как здесь сделано, вот так мы и подсоединились. Единственное, что мы сделали, отрезали ножку на управление от микросхемы от самой, и уже сигнальную ножку отрезали вот здесь вот. Вот она. Подсоединили сюда транзистор. Распиновка транзистора всем давно известна. Значит, вот у нас идет сигнальный выход и масса. Вот так мы его и подсоединили. Вот такой нехитрый ремонт, потому что этих микросхем достать тяжело. И мы вышли из положения, заменив эти микросхемы транзистором. Благо японцы на Денсо предусмотрели здесь и под радиатор крепление. Вот так мы осуществили ремонт этого блока. Всем всего самого наилучшего. Много интересной работы, много хороших клиентов. А самое главное, крепкого здоровья.